Ну? Ну, появляйся, сука, ну? Я специально тут останусь, не буду ничего нажимать. Блять. Ну, все работает или нет? Да, все работает, все заново началось. Сука! Да пиздец, ебучий АБС, как он реально подгадывает. Скотина ебаная. Да и АБС, и ремоут тоже, видишь, он сразу вырвался. Ну я, мне просто осталось сломать все эти, я специально, я пока держу, у меня написано тут «Великая душа и человечность». Сейчас я ее настрою тут все. Блять, я не ожидал. Голос слышу, о, картинка, правильно, о, да. Включаем, включаем. Сейчас я вам покажу все это. Вот, пожалуйста. Великая душа, человечность, все нахуй при мне. Было. Там очевидно уже было. Бля, ну смотри, очевидно. Я, блядь, лук переставлял, сука, алебарда, ебучая, блядь. Но было все охуительно. Все у меня. Ой, как это было пиздато. Ну, теперь я хоть понимаю, как эту тварь валить. Нахуй, блядь, нахуй. Каламит и Гвин. Два босса попущены, теперь Каламит и Гвин остался. Каламит и Гвин. А, переместить сначала в храм огня за 20 фляжками. У, блядь, меня аж трясет нахуй. А, не расслабляйся, булки главное. Да, булки не расслабляем. Что там еще? А, типа я запустился второй раз. Оповещение и Эмилька. Написать, что ли, ему? Так, секунду, я сейчас пока приторможу, я сейчас к Эмилю зайду. Просто ради прикола. Сейчас прям. Ага. Заходят и информируют, ложе лежит. Лежит или лежит, не знаю. Ну, короче, тоже пизда. Ну, так ты все закончил? Gaming Balls. Каламит и Гвин. DS3 для Я на собранных стриме. игра. Сейчас. Уважаю DS3. Ультра-хардкор, Каламит и Маш. Гвин остались. Ну, Так я стримлю, что, баранки ты гну. закончил или будешь еще? Я на стриме сейчас. А, Да, я с тобой пизжу понял. на стриме. Ну, так ебашь, ёб твою мать. Заканчивай. Заканчивай. Там у Все, тебя финишная поехали дальше. прямая Да, у вообще. меня финишная прямая, все. Мне пожелали удачи. А, пожелал мне удачи. Мне пожелали удачи. Тихо, не ори, блядь. Эмилька пожелала мне удачи, мы идем дальше. Чтобы не мешала нам вот эта вот говнина, мы уберем сейчас ее. Не расходимся, ребят, не расходимся. Я сейчас просто выйду из игры. Придется выйти из игры. Блять, не сюда, потом сюда, вот сюда. Система, язык, консоль. На португальском будем, ладно? Хотя можно будет и на русском. Сейчас подумаю, давай лучше на русском, все-таки, да. Вот. Каламит сейчас пососет Бибу. Это прям по-любому. А зачем это? Чё зачем это? А, вот эта вот надпись, которая сверху была, вот тут вот. Вот тут вот надпись была сверху. Вот тут. Дистанционная игра подключена, я ее убрал. Таким образом. Она только таким образом убирается. Вот. Передолжить. Конечно. Конечно, передолжить. Так, переместиться.
поселок Алачили. И пойдем в Каламитику зайдем. Дадим ему сначала себя не убить, а просто... О, кстати. Покажем просто себя. То, что вот мы якобы здесь. Сейчас я посмотрю, сколько он прибавит мне. Ну вот, типа она вровень. Так вот. Да, вот она вровень, новый уровень. 30 выносливости. Блядь, смотри, сколько прибавит. Полторашечку. Писюльку прибавил вообще совсем. Ладно. Мы все в тебя верим. Бля, спасибо большое, спасибо. Я сам стараюсь в себя верить. Сейчас пойдем к Каламиту. Покажем, что мы, блядь, молодцы, а что Каламит лох ебаный. О, а девки этой нету здесь. А, я же душу сразу заюзал, поэтому ее снял. А нахуй я это делаю? У меня еще можно прокачать же. Дурик. Я думал, мне 100 душ нужно для того, чтобы качнуть персонажа. Оказывается, мне нужно всего лишь там 44-42 тысячи. В общем, сейчас еще раз качнем. Вот. Кто-то мне там написывает. Кто-то мне что-то написывает, блядь. 31. Ложа хаоса есть у меня? А, души нету. Сука. Зато есть человечность. Спасибо. Сейчас нужно просто показаться Каламиту. И сразу быстренько на лестницу валить нахуй оттуда, потому что он может нас убить. Я надеюсь, этого не случится. У нас резисты к тьме какие? Сопротивление балла, проклятие. Магия, огонь. А тьмы тут нихуя нету. Проклятие, отравление. Может, это проклятие черное? Ну, в принципе. Наверное, проклятие. Я не помню просто, что это за хуйня. Потому что он и огнем, и тьмой ебашит одновременно. А так как он ебашит тьмой, нам понадобится этот. Резист от тьмы. Я не помню, это все-таки... Какое-то, может, отравление или... Хуй знает, короче. Короче, от огня главное самое, в принципе. У нас от огня черного железа нормально. Мне просто самое главное, чтобы я сейчас пришел, он не убил меня сразу. Ну, типа, он сжечь меня к хуям может. Да тварь, блядь. Да ты заебал. Да ты заебала. Смотри, что делает, а? Арториус уже мертв? Да конечно, ты чё? Арториус вообще лошара, блядь. Он даже ничего мне не смог сделать. Он бил, бил, прыгал, 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 блядь, на мой щит, а ему похуй этому щиту. Как-то так, в общем. Иди сюда, псина. А, прикинь. Тварь, блядь. Ну-ка, умри нахуй. Сюда идет. Да-да-да, сцепила, хуй с тобой. Надо спуститься с лестницы. Добежать, когда он появляется. Поставить щит, чтобы нас он не убил. И бежать сразу опять к лестнице забираться. Вон он. Ну вот сейчас мы спустимся. Спустимся, блядь, спустимся. И быстренько надо потом будет забраться. Как только он появится, начнет сжечь огнем. Огнем и тьмой. Вот на какое-то расстояние определенно надо уйти, чтобы он появился. Вот он, сука. Ай, блядь. Ну, короче, как-то так. Вот он появился, он нас не убил, и мы валим нахуй отсюда. За помощью Гоху. Гох нам поможет спустить его, так сказать, на землю.
Но есть гайд, что можно его типа так убить, не подстрелив. Также стрелами драконоборцев. Просто нужно в тайминг попадать, пока он летит, но это ебать как сложно. В общем, ну, почти невозможно. Но один чувак есть, который так убивал. Одну видюшку я видел. Но это получается, в принципе, нечестно, потому что ты просто стреляешь в него издалека. А он тебе как такового дамага вообще не наносит. А тут ты один на один с ним, напрямую на земле. Он пытается тебя сжечь, ударить, блядь. Ты защищаешься, пиздишь его. Можешь даже пнуть вот так вот разочек. На, блядь. Вот, поэтому... Все-таки это нечестно. Почестнее будет подойти к нему вплотную на земле, так как полагается. Это дань Арториус. Типа могилка его. Тут девка должна была сидеть. Если бы я душу не сломал бы, то она бы со мной поговорила, попросила бы душу его отдать ей. И все в таком. Но я ей никогда не отдавал ее. Просто давал ей пизды. Так как она попыталась бы его воскресить, по-моему. Я точно не помню. Но по лору вроде как она пыталась его воскресить. Но ей нужна была душа его. Ключик, надеюсь, есть. Блять, а где ключ? Придется смотреть, я не помню, где ключ. Ну, как-то вот, он показан. Давай быстрее уже иди. Чувак с какой-то косой ходит. Ну, это понятно, понятно. Вниз, туда вниз. Ага. Ну да, быстрей. Ну я тут был. Блять, серьезно что ли? Это мне нужно было прыгнуть, вот сюда пойти и прыгнуть. Блять, в натуре. Да. Да. Да ну нахуй, ну пиздец какой-то. Ладно, пойдем тогда. Придется сходить. В поселке, короче, он находится. Я просто не прыгнул туда и все. Куда надо было. Окей. Там просто пиздануться можно в этом поселке. У меня есть еще косточка, если что. Да, две штучки. Надо поставить, наверное, да? Все, заебись. Присаживайтесь. Нормально. Заехали мне, блядь.
По самой не балуй. Большой осколок. Ай, все-таки потрачу фляжечку и не одну, походу, здесь. Такая, сука. Как же ты меня бесишь? Да, конечно, надо же бить со спины прям. У и а, ну-ка, сдохни, сука. Не торопимся, булки не расслабляем. Жалко, с них тоже души не упадают. Блять. Ух, ёб твою мать, серьезно? Хорошо. Да ты, блядь, сосиска. Вот и напоминать не надо. Насчет чего? Насчет чего напоминать? Вот, и напоминать не надо. Насчет чего? Так, тут один запрятался. Угу. Сука такой. Бэкстеп хочу. Чего вот он не пошел? Короче, просто бежим. Эти хуеплеты за мной по-любому увяжутся. Как ни крути. Чтобы булки не расслаблял и не торопился. Да, да, спасибо, точно. Большие осколочки. Да, не надо расслабляться, потому что тут падение... Сука, от падения никто не застрахован. Тварь, блядь, ебаная. Еще эти шары черные, они, блядь, самонаводящиеся, нахуй. Самое дерьмо именно, и дерьмо именно в этом тоже. Сука, как же они дохуя бьют-то? Смешно, блядь, тебе, мразь. Вот же сука. Короче, вот сюда надо. Я могу пиздануться вон туда. Прыгает, сука, скачет и скачет, скачет и скачет. Тут еще и подстава ебаная. На, блядь. Все, ключ мне и валим отсюда. О. Это, блядь, что было? Я забыл, что это мимик, прикинь. Тварь, урод, сука, напугал, блядь. Ключ отдай. Да пиздец, блядь. Ты, говорит, блядь, не забывай. Да-да. Фу, ебать, чуть сердце нахуй не остановилось.
Разъебай, блядь. Где там? Сейчас, секунду. Я разлил сок. Прямо, блядь, на мышку. Я большой молодец. Мудак ебучий. Похуй, не похуй. Мышку жалко. Мышку. Жалко. Так, все, развернись нахуй вот так вот. И сохни пока. Ой, не сказал бы, что похуй, но да, не сильно страшно. Это не консоль. Ну да, да, тут не поспоришь. Так. Гохыч. Гохыч, помоги, пожалуйста. Далеко все. Перенестись в храм огня за 20 фляжками. Чтобы не рисковать. Потом каламитику. Попробуем. Даже не будем пробовать. Дадим ему пиздюлинку. Теперь Гохачу. Сейчас он нам выстрелит прям в этого, в эту летучую мышь переросток. Очень сильно. А он это умеет. У-и-у-а-а. Дин-дин, бара-бара-бим-бам. Но для следующего босса, последнего, Гвина, надо будет потренить Перри, я думаю. Открывай, открывай. Вот. Потому что он может заспамить ударами очень сильно. Хотя, ну, блядь, как бы сильно он не заспамил, я, мне кажется, смогу удержать этим щитом, блядь. Щит невероятный просто. Он манусовские удары, блядь, держал охуенно. Да-да. Да, благодаря мне. Прощай, человек. В смысле, прощай. Мне нужно поговорить с тобой насчет этого летучей мыши. Да, у черного дракона. Да. Так я и думал. Его зовут Каламит. Очень свирепый дракон. Даже могучий Анор Лонда не смел гневить его. Добром это не кончится. Но ты будешь сражаться до самого конца, так? Конечно, я уёбничусь. Ха-ха-ха. Хорошо, смелость всегда сопровождает безрассудство. Ты мне нравишься. И я у тебя в долгу за твою службу Арториусу. А теперь смотри, как Гох сражается с драконами. Ну-ка давай, сейчас он, блядь, покажет. Это, короче, рыцарь Гвина тоже, один из рыцарей. Гох, Арториас, Арштейн и Смоук. Кто-то еще, короче. 5, по-моему, рыцарей должно быть. Кувырки, блядь, в такой броне хуй покувыркаешься, понимаешь? Он тебя по-любому зацепит. Лучше Перри. С ним парировать охуительно. Смотри, как это эпично просто. Насколько это эпично. Просто невероятно. На нахуй! Вот это, блядь, эпик. Да, отхил чаще. Ну да, да, тут отхиливаться. У меня стабильность-то дохуя, поэтому отхил будет. Ха! Не было еще выстрела более меткого. Эта летучая мышь переросток получила свое. Остальное в твоих руках. Я жду хороших новостей. А, битва с драконами. Главное призвание рыцаря. Да, дружище, главное призвание. Я могу, кстати, его тоже ебнуть, но не буду, он хороший. Его нет с чем бить. Просто как только ты его ёбнешь, а его ёбнуть не так-то просто, он еще и прыгает на тебя и пластом, блядь. Вот, и он, у него выпадает лук Гоха. Его, в смысле, лук. Этим луком хорошо было бы убивать этого Мануса. Но я этого делать не буду. Конечно же. И еще в чем прикол. Если бы я его убил раньше, чем он выстрелил бы в Каламита, тогда бы я Каламита никак бы не убил просто. Вообще никак.
Ну только по тому гайду, ну, блять, невозможно нахуй. Нужно такие тайминги знать, просто. Жесть. Так, ну все. Вот это он бревно швырнул. В соотношении с размерами персонажа. Гох хороший, да. Гоха нельзя трогать. Да, там в натуре бревно, блядь. Там такие стрелы, ну это... Пиздец просто. Даже стрела драконоборца, когда попадает в него, ну вот, в персонажа, там она, блядь, торчит такая... Ну, блядь, как алебарда, нахуй, торчит в тебе. Такая же, блядь, размер. Просто пиздец. Ну чё, каламитик. Пойдем ёбнем эту летучую мышь переросток. Тролль М отдыхает. Ну да. На, блядь. Бежит она, блядь, сломя голову. Собачонка. Собачонка, сука. Ну? Хорош. А быстрее беги сюда, но. У и у а. Блять, задел, сука. Ну, короче, вот он, каламит. Который пизды получит. Или получит. Ну, получит. Так просто в ритм. А вот и он, ребята, вот этот эпик начинается. А сколько DLC в этой игре? Одно DLC. Хорошо. Ай, блядь! Огнивом он хорошенько жжет, видишь? Прям хорошо. Ёп, на всякий. Ай. Нормально щит держит, смотри как держит, блядь. Хорошо. Не вышло, дружище, не вышло. Ай. Стабильности, пиздец просто. Ай, блядь, поймал. Все, хорош. Сука, поймал. Ну, я потому что медленный, поэтому поймал меня. Угу, неплохо, неплохо. Ебать, в смысле? Жизнь, пей, пей, пей. Пей, пей. Ебать, пей. Картинка это не отсюда. А-а-а, бля! То, что пить начал? Или в чем я виноват? Нет, в смысле, я пил. Я просто искал момент, чтобы он опять меня не сжег, понимаешь?
Ну, значит, Эмилька меня лучше меня пройдет. Правда, он без DLC? Каламид же изи. Да, он, блядь, изи всегда был для меня, но я не в такой броне был. Я был всегда одет вот так вот. Так я был всегда. Ну я и прыгал нормально, я спрыгать не могу. Поверил в себя. Тупо расслабил булки. Нет, я не тупо расслабил булки, я просто-напросто... Я просто-напросто сделал так, что... Пить начал не в это время, блядь. Так, Каламиту тяжелую броньку не стоило одевать. И щит можно поменять. Просто. Допустим. Допустим, какой? Ну, допустим, бальдерский. Да ладно, ты что, блядь, не можешь с бальдерским щитом прыгать? Ты что, охуел? Ебать, у меня еще и кольцо другое стояло. Нихуя. Прикинь. У меня колечко стояло совсем другое. Почему мне так прыгать, я не пойму. Ты че, блядь, охуел? Че не так? Все то же самое стоит. Я же говорю, тупил. Блядь, да не тупил. Хардман, прекращай. Ну, значит, закончится одной смертью. Нет, с тем сетом был хуёво. Этот сет против огня охуенен. А я почему-то рассчитывать начал на... На этого... На железное, блядь, вот это вот хуета. Да, блядь, мне обидно так же. Да, понятное дело. Сколько часов игры? Блядь, только покажет. Ну ладно. Около... Около 11 часов игры. Значит, сейчас заебашу. Но я все равно заебашу. Че я, блядь, просто буду прерывать стрим. Нахуй. Заебашу с одной смертью, ну и в оконцовке, и заново начну. Блядь, обидно, досадно. Ты, блядь, урод, сука. Пошел ты нахуй, слышишь? Ебать. Это дерьмище. Бей, блядь, быстрее. Хорошо. Да ты заебал, слышишь? Да как ты, блядь? Не с хуя он просто. Урод. Кусок дерьма, блядь. Умри нахуй.
туда прыгнул. Ай, куда ты прыгаешь, придурок ебучий? Я прыгал назад, блядь. Это, блядь, называется? Ты чё, блядь? Прыгаешь не туда, куда мне надо. Хорошо было. Да, блядь! А, думаешь, подвижности не хватило? Я вижу, что подвижности не хватило. Нам всем обидно. Да, да, Хартман. Нам всем обидно. Я еще и человечность не взял, и с ним пиделся без человечности. Подвижности, просто подвижности не хватило. Ёбаное говно, блядь. На два уровня не хватит, что ли? Вот какого хуя? В себя верил, в себя поверил и сделал неправильно, хоть знал все. Вот какого хуя? А так всегда. Давай в следующий раз без этого. Ну, в следующий раз по-любому будет без этого. Тут как ни крути. Ведем Гвину, даем ему пизды. И все на сегодня. Вставай, блядь, раз... Лёгся. Да, быстрей. Блять, как же жаль, сука! Ёбаный насрать! Ебаное говно! Чё, Эмили уже в курсе? Сказали ему, нет? Хардман сказал ему? Нет? А, Леон сказал, ну. Чё, он там ржал, наверное, надо мной, да? Спасибо, блядь. Он знатно охуел. Как и все мы. Опять меч. Да нахуй мне твой меч нужен? Щит бы мне. Расстроился? Приятно. Значит, что он все-таки болел за меня тоже, как и я за него болею. Даже звука не было. Пум, типа. Умри нахуй. Дай щит, а. О, щит черного рыцаря. Вот там резисты от огня очень хорошие. 95. Будем им работать против Гвина. Ай, ёбаны бобаны. Но Эмилька раньше меня, мне кажется, пройдет. Почему? Потому что я в ближайшее время уже ложусь в больницу. А во-вторых, у него без ДЛЦ.
У меня с DLC, у него без. Ёб твою мать. Выкинь его нахуй. Ну не выкидывай. Опять. Мечок. Ой, а что у тебя? Ну чё, у меня операцию надо делать, в больницу ложиться. Гемор в прямом и в переносном смысле. Смысле в больничку? Что случилось? Так вы не знаете, что ли? Я вам что не говорил, не рассказывал? Да. Да. Давай, прыгай. Почти, да. Еще раз. Ай, бляха-муха, ёбаный насрать, а. Вот он, алибарчик. Сладкая моя алибардочка. Хуя! Это как это? Что это было такое невероятное? Ой, хорош. Синий титанит. Бля, стримы тебе противопоказаны. Да нет, ты чё, с чего ты взял? Так ты мне не больно, ничего, все нормально, он не болит. Просто надо убрать. Лишнее, так сказать, убрать. Чё? Вот сейчас как раз-таки можно взять и нормальную броньку. Потому что тут мы не упрыгаем никуда. Прыгать нам не стоит вообще. Хотя охуенно резисты от огня. С отравлению. А где тут огонь-то? А, вот защита магии огня. А, у него здесь лучше. А чё без призыва Каламит проходил, кстати? А, без призыва помощника ты имеешь? Там некого призывать было. По-моему. Вот. Ну, я ни разу не призывал никого, когда против Каламита дрался. Никогда. Да, давай все-таки это оставим. Короче, поехали, все равно дохнем. Дохнем, не дохнем все равно. Иди сюда. Хорош, еще раз. Нет. Хуйню не занимайся. Ну, как-то так. Заебал. Во имя сала и святого Жира, да-да, шашлык. Куда пошел, э? Ну-ка. Да ты заебал. Нормально дерись, блядь. Хуйней занимаешься. Давай. На, сука. Почему лаз босс такой ничемный? Потому что не все знают, что его парировать можно охуенно. Вот в третьем дарке дают пизды. В третьем дарке дают, да, согласен. Ой, блядь. Короче, не буду я ничего выжигать. Я молодец, я всех выеб. Вот он я, блядь. Подожди, подожди, подожди. Так, так. Ребятенок пришел. Одна смерть. И дарк пройден. Без смертей не получилось. Сука, обидно. Обидно, пиздец. Ты, конечно, на изи, блядь, потому что он лох ебучий. Да я и Каламита считал лохом, но я, блядь, забыл просто-напросто, что я проходил, мне нужно было прыгать в эти моменты во все. А здесь я... Ладно. Еще и кольцо, блядь, не переодел. Ну это вообще пизда, блядь. Уебина тупая, сука. Это я про себя. Это я, конечно же, про себя. Стакан этот, ебать.
Ай, блядь, ну ребята, ну ёб, сука, за ногу, ну что не так получилось-то, а? Сука! Все, выходим, выйти. Честно, блядь, желания уже даже нет, нихуя. Не парься, да. Сколько по времени у нас получилось? 11,5 часов с одной смертью. Блядь, как же обидно все-таки, а. Похуй. Похуй. Да, похуй. Харт, сука, теперь ты знаешь, теперь я знаю, да. Ну, в смысле, название такое. Харт, сука. Я хардовый теперь тоже. Воришка. Челнобречность. Удющий. Нахуй! Как же жаль, как же жаль, ёбаный в рот. Самое жалкое это именно вот это вот. Пиздец, чуть ли не на последнем боссе, нахуй.